подпишись на канал, поставь лайк на видео и нажми на колокольчик. Мы продолжаем. И сегодня в выпуске вы узнаете. Дочь осужденного Михаила Ефремова стала Сергеем. Я не хочу остаться девочкой. Планирую гормональную терапию. Небинарная дочь осужденного на 7,5 лет лишения свободы за совершение ДТП со смертельным исходом российского актера Михаила Ефремова, Анна-Мария, называет себя Сергеем Ефремовым. Об этом 16 апреля сообщила продюсер российского канала «Дождь» Анна Мангайт на своей странице в Facebook. Сережа Ефремов, бывшая Анна-Мария, ёрнически отказал нам в интервью, пока мы не подпишем с ним контракт и не переименуем программу с женской на нейтральную, написала Мангайт. Анна Мангайт в пятницу написала пост, как Сережа Ефремов, бывшая Анна-Мария, ёрнически отказал нам в интервью, пока мы не подпишем с ним контракт и не переименуем программу с женской на нейтральную. Аудитория посчитала, что я тем самым его унижаю. Хотя пост был о том, как тяжело в такой ситуации согласовать интервью, когда тебе ставят неисполнимые условия. 26 марта дочь Ефремова на своей новой странице в Instagram обнародовала заявление, в котором впервые представилась Сергеем Ефремовым. «Меня зовут Сергей Ефремов. Мой музыкальный и творческий псевдоним – Аам Тилмари. Я не бинарный трансмаскулинный человек. Не бинарный – тот, который типа не мужик и не женщина. Транс – тот, чей гендер не совпадает с приписанным ему при рождении. Маскулинный – мужик на чуть-чуть, на полшишечке. Мужик, но не обязательно мужик. Нет, я не планирую операции. Но планирую гормональную терапию. Я не хочу остаться девочкой. Молиться за меня не надо», – написал ребенок актера. Теперь у Михаила Ефремова на одну дочь меньше, на одного сына больше. Анна-Мария стала Сережей. Объявление о трансгендерности могло пройти незамеченным, если бы не конфликт молодого человека с журналистами. 15 апреля журналистка телеканала «Дождь» Анна Мангайт написала в своем Facebook текст следующего содержания. Приводим текст, так как пост уже удален. Решили с продюсером Александрой Перелетовой снять интервью с дочерью Михаила Ефремова Анной Марией. Пока искали телефон, пока дозвонились, она уже стала Сережей. Сережа попросил прислать ему вопросы и некий юридический контракт. Видимо, это последствия травмы от сотрудничества семьи с Сальманом Пашаевым. Но согласовать интервью так и не удалось. Теперь Сережа Ефремов отказывается разговаривать, пока мы не переименуем программу. А что вы думаете сами по этому поводу? Напишите, пожалуйста, свой комментарий под этим видео. Спасибо за просмотр и приятного вам дня!